Я к чему? Вот вопрос насчет заимствований. Потому что после того, как уже упомянутый Градский представил «Мастер и Маргарита», прочитал кучу нелепых отзывов, что там чуть ли не плагиат, потому что человек вольно обращается с классикой, он цитирует. Вообще, как вот отношение у профессиональных музыкантов к тому, когда люди, не являющиеся ни критиками, ни коллегами-музыкантами, вот бросаются такими обвинениями? Я, допустим, про «Солнечный остров» совершенно недавно читал, что там он там якобы там что-то от гранд-фанка. Нет, я понимаю, что или от Led Zeppelin. Знаешь, на каждый чих не наздравствуешься. Я к этому отношусь очень спокойно. Меня совершенно поразила в этом смысле книжка «Beatles Biography», так, где они про каждую песню, совершенно не стесняясь, говорят. Мы услышали песню Чака Берри такую-то, и она нас так вштырила, что мы взяли его вот эту строчку, и из нее сделали целую песню. Там каждая песня имеет свою референцию. Понимаешь? Это нормально, это нормально, они этого совершенно не стеснялись. Ну хорошо, что ты можешь спокойно об этом говорить, абсолютно, там не впадая ни в какой. Нет. Это вот такое спокойное отношение к такого рода выпадам, это уже потому что юбилей 60-летний? Или это всегда было так вот? Нет, я раньше переживал, мне тоже бросался, кажется, что в спор. Я думаю, что меня интернетная среда закалила, понимаешь? Потому что такого количества хамства и дурости ты, в общем, нигде больше не встретишь. И я сначала психовал, а потом один мой товарищ сказал, да успокойся ты, что-то с ума сошел. А какой товарищ ты? Саша Туркот. Вот, говорит, ну что ты с троллями бодаешься? Это же... Ну а у них это жизнь, их, понимаешь? А ты живешь другим собой. Конечно, ты их кормишь. Просто ну, когда ты вступаешь с ними в коммуникацию, конечно, ты даешь им топливо. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».